Пенсия невозможно прожить. Це не бешеные. Ну, с пенсиями это отдельная тема. Правильно. Побежают нас, не дают 4% даже. Что ж такое 8 тысяч, это не ноги. Пенсиями будем заниматься в стране. Мы не можем сделать только в одном месте. В одном месте вы же пенсии. Сказали индексацию, где она там прямую индексацию? Ее нигде нет. Ее нигде нет. Вот мы вообще не принимали. Вот просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Ну а теперь два слова о том, чем мы заканчиваем проходящий год, который как-то, не знаю, как для вас, но для меня очень неожиданно закончился. И также неожиданно начинается новый. Мы вроде совсем недавно собирались отмечать 15-й, и как-то очень быстро проскакивает год за годом. Но если все-таки оглянуться на прошедший год и самим себе ответить на вопрос, а собственно, с чем мы встречаем следующий 16-й, то первое, о чем я хотел сказать, у нас очень много денег. У нас очень много денег. Просто денег нет. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто ворочать большими деньгами, но еще и уложить их в нашу долгосрочную стратегию, которая, как вы знаете, не просто принята, но и к чему-то же полностью решила на все проблемы, в том числе проблему потенциального провала финансового 2017 года. Его нет, мы не провалимся в 2017 году, у нас все в порядке. Как же нам все-таки заплатить премию из экономии фонда зарплаты в ситуации, когда экономии фонда зарплаты нет? Мы долго мучились, и буквально 2 часа назад, я не преувеличиваю, на самом деле 2 часа назад, мы решили эту задачу. Совет директоров утвердил нам возможность из полученной нами сверхплана премии по итогам 2015 года направить ее значительную часть на выплату премии из экономии фонда заработной платы. Значит, у нас есть вторая премия, помимо первой. Правда, это, конечно, будет мгновенно. Вы знаете, что мы долго и тщательно считаем результаты, подводим итоги, оформляем отчеты. Но, тем не менее, постараемся все-таки за базар отвечать. Думаю, что все будет нормально.